Здравствуйте, меня зовут Аркадий Баиров, я отец ребенка с диагнозом аутизм. О центре Бер Давид мы узнали из интернета, и где-то около года, был период ковида, где-то около года, получается, я наблюдал за успехами пациентов Бер Давида и думал, что это, наверное, вообще невозможно туда попасть. Просто, можно сказать, радовался за тех, кого видел. И думал, ну, может быть, когда-нибудь, может быть, получится. Но однажды ситуация у ребенка стала совсем тяжелой, и я уже не знал, что делать. И я случайно, ну как не случайно, а целенаправленно позвонил Давиду, и он сразу снял трубку. И после этого разговора начался наш контакт. У нас были дистанционные сеансы. Было интересно тогда, что вот ребенок был в тяжелом состоянии, он много бегал, он говорил какие-то несвязанные вещи. Ему было сложно себя контролировать. И после разговора с Давидом он стал как бы притормаживать, приостанавливаться, задумываться и понемножку приходить в себя. Когда мы приехали в Израиль, у нас еще оставались острые проблемы. Это одни из самых ярких таких проблем – это поведение. Ребенок очень хотел общаться со сверстниками, при этом он совершенно не мог это делать. То есть мы заходили на детскую площадку, и минут через 5-10 он уже кого-то там каким-то образом обижал, и уже приходилось оттуда уходить. Вот. И поэтому мы гуляли по улицам Израиля, в Хайфе тогда жили, и ходили мимо детских площадок и заходили туда только поздно вечером, когда уже никого не было. После первого курса поведение нашего сына уже так ощутимо улучшилось. То есть мы уже стали больше расслабляться, смотря, оставляя его на детской площадке. Нам не нужно было за ним все время бегать и смотреть, чтобы он там случайно никого не толкнул, чтобы что-то не произошло. И стало гораздо лучше, он стал обучаться. Через время Ачир смог попасть в школу. В нормотипичной, в обычной школе он провел несколько месяцев, но не справился. Сильно был перевозбужден для этого, тяжело было концентрировать внимание. И поэтому мы потом перевели его в класс для особенных ребятишек. Сейчас он обучается в этом классе. Там очень хорошие педагоги, и он там делает определенные успехи. У него есть успехи в области математики, есть успехи в изучении иврита. Также он хорошо читает. Приехали мы сюда с проблемами, что еще есть, он еще развит у нас не по возрасту. Он не догнал сверстников на данный момент. Есть некоторые проблемы в общении. И есть проблемы в обучении и проблемы в концентрации. Мы надеемся, что сможем с помощью этого курса сделать очередной шаг и продвинуться дальше.